Этим летом в Наукограде работали 4 профильные смены самой разной направленности – научно-технического творчества, кинематографическое, спортивное, а также театральное, которое проходит в настоящее время. Многие из ребят приезжают сюда уже не в первый раз. Это не первый год в этом лагере. Здесь очень хорошая программа, насыщенная для детей, как раз подходит как бы спортивно. И весело, зарядка, хорошее питание. Сам лагерь хороший, он за эти 2 года усовершенствовался, добавилось много нового. Очень добрые вожатые, хобби-клубы, очень веселые, разнообразная программа. Базовая составляющая всех смен включает получение уникальных знаний и навыков, необходимых человеку 21 века. К примеру, тренинговый центр иностранных языков, детская школа безопасности, обучающие занятия по инновационным компьютерным технологиям, а также различные прикладные мастерские, которые позволяют ребятам развивать свои творческие способности. В нашем лагере очень много интересного, много спортивных кружков. Заодно я научился шить. Для папы сшил галстук-бабочку. Привет, папа, привет, мама, привет, сестра. В детском Наукограде в течение смены работает более 23 хобби-клубов, в которых дети могут выбрать один из видов развлекательной деятельности – спортивной, интеллектуальной, творческой, прикладной и так далее. Станционные игры, квесты, интеллектуальные шоу, конкурсные программы и творческие вечерние мероприятия. Все это ежедневно входит в досуг ребят и дает хорошую возможность проявить себя. Школьники из Одинцовского района часто выступают на сцене и являются ведущими многих мероприятий. Мне очень нравится в детском Наукограде, потому что здесь очень весело и интересно. Иногда вечером у нас проводят дискотеки. Еще бывают вечерние мероприятия. Здесь не только весело, но и интересно. Я узнал очень много нового и подружился с многими ребятами. Очень важный аспект программы детского Наукограда – социальное проектирование. Ребята предлагают собственные идеи, аналогов которым нет в России. Возвращаясь из лагеря, они реализуют все это у себя дома, ведь Наукоград – территория реальных дел. Дети из Одинцовского района и в проектной деятельности традиционно занимают лидирующие позиции. Лето подходит к концу, но работа Наукограда на этом не заканчивается. Она будет продолжаться в течение всего года. Совсем скоро планируется проведение осенней профильной смены для ребят, победителей городских и районных олимпиад. Мила Тарасевич, Алексей Лагутин, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».